Предпраздничная атмосфера царит сейчас повсеместно. Вот и в детских садах прошли мартовские утренники. В столичном детском саду номер 185 устроили мастер-классы. В качестве мастеров выступили родители. Наталья Белкина увлекается выпечкой. Вместе с дочкой они показали, как приготовить кексы. Маленькие кондитеры внимательно наблюдали за процессом. Сверху надавливаем, при этом делаем красивый завиток. Давай я первый сама сделаю, а потом будем вместе. Хорошо? Сначала мама попробует. Легкое надавливание, и получается у нас шапочка. Особенно воспитанникам понравилось украшать сладкое блюдо. Мы детям прививаем, во-первых, знание готовить вместе с родителями, помогать. Ну и еще, наверное, будем тем самым мы изучаем всякие разные кулинарные традиции, сплачиваем семейную нашу традицию. Заодно ребята научились изготавливать цветы из воздушных шаров и празднично сервировать стол в национальном стиле. Делаем конвертик красивый. Вот в начале снизу. А под одеялко, да? Да, куколку укладываем, говорим. Вот. И завязываем красивым бантиком, да. Я тебе помогу. Ну и по традиции стихотворные поздравления всем мамам. Что-то странное творится. Мама спит, а папа нет. Но вчера он проснулся. Сразу встал, как на рассвет. Быстро сбегал за цветами и принес вкуснейший торт. А в руках цветной пакетик был чем-то очень горд. Нарядил он меня рубашку и вручил он мне листок. С 8 марта поздравляю, маме расскажу стишок. Инесса Потапова, Сергей Копеев, Республика.